И снова здрасте. 911 оператор или 911 оператор, как оно правильно будет на бусурманском. Нью-Йорк. В прошлый раз мы первую смену отработали, сегодня будем работать вторую. Итак, что мы можем сделать на стадии подготовки? Во-первых, у меня 49 тысяч. По сути, у меня есть две машинки, которые я могу докинуть еще, чтобы их было больше. Чем их больше, тем оно, соответственно, и проще. Наверное. Или нет. Так, давайте тогда сделаем новый отряд. Кинем сюда эту самую. Сотрудники. У меня же будут 4 сотрудника. Будут. 2. 3. 4. Давайте. Это недорого, как бы, в данном случае. И, в принципе, это будет эффективно. Наверное. Снаряжение. 4 бронежилета. 1, 2, 3, 4. Ну-ка. Не хочет брать бронежилет. Смертник, что ли? Ты что, не хочешь брать? Сволочь. Жарко, говорит. Ну его нафиг. Я лучше без него. Так, а что у нас по снаряжению? У нас оружия нет. Да, оружия нет. Хорошо. 1500. 4 винтовки. Это нормально. Берем. Будет у нас еще один такой спецназ. Что-то при слове спецназ сразу вспоминается Police Tactics Imperio с этим их уличным спецназом. Блин. Паскудственная совершенно сволочь. Так, сотрудники. Пожарных надо добрать. Да, сейчас. Одного. Причем у меня двое ранены еще. Чудненько. А что у нас по медикам? Медики нам нужны. Один нужен. Один медик нужен. Вот этого берем. Так. Что далее? Что далее? Далее что? Что далее? Сколько у меня медицинских экипажей? Целая куча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально. Ну, в принципе, тут один медик всего. Даже если я заюзаю вот эту машинку свою, по сути, я не смогу ее укомплектовать. Мне нужен 3 человека, а здесь всего один находится на бирже. Так что будем комплектовать тех, кто есть. Так, снаряжение. Бронежилетов можно докупить для ребяток. Сколько их можно взять тут штук? Вот так возьмем 6 штук. Комплектуем экипажики какие-нибудь. Драндулетка у нас укомплектована, она первая приезжает, поэтому ее желательно укомплектовывать. Ну и вот этих, соответственно, тоже в легковушках укомплектуем. Их мало, этих много, им хорошо, им веселее. Так, далее аптечки. Все, кончились средства. 3 аптечки все можно взять. Да ладно. Будем выдавать по одной на экипаж. Что я могу еще поделать? Что-то как-то деньги режут, это самое. Неправильно. Неправильно. Так, как я работать-то буду, если вы мне денег не даете? Начинаем разворачиваться, развертываться, пардон. Итак, у нас тут, по сути, все города являются собой, по сути, прямоугольники. Вот он, прямоугольник. Здесь он у нас вытянут вертикально. Соответственно, мы распределяемся стандартной схемой. Более быстрая техника у нас ближе к центру. Так, и группы здесь. Здесь надо посмотреть как-то вот. Вот сюда стянем. Если что, вот эта машина сможет усилить эту группу. Но по сути у нас здесь вот эти двое тоже на усиление могут выдвинуться сюда и сюда и куда угодно. Тебе бы надо вниз спуститься. В случае чего сюда поедешь. То же самое, чуть ниже. Ближе к центру. Так, верх у нас закрыт довольно плотно. Так, вертушки в центре, драндулетка в центре. Ну что, начинаем работать. Понеслось. Что здесь такое?
Подозреваемый один, справитесь, давай. Не взад вперед катайся, ты ехай, блин, ёма народ, ехай, тебя отправили вперед. Какие непонятливые. Тупят. ДТП. Что там у нас? Что опять? Возможно, вооружены. А нам насрать, у нас большой, здесь большой отряд, у нас спецназ, который сейчас это самое, требуется подозреваемый. Женщину украли сумку, подозреваемый сбегает. Вы закончили? Хорошо. Смещайтесь. Булочная! Чё у вас? Можно поподробнее? Адрес. Адрес пред... Да ё-моё! Адрес надо спрашивать, дебил. Ваш оператор дебил. Адрес. Okay, I'm gonna have to send the police. No, no, no. No need for that. Just an ambulance. Maybe some. Да, еще пришли пожарные, когда тут автобус горит. Полиции не надо, не, нормально все. Где эти драки? Все, понятно. Что-то горит. Something on fire? That's what I said. They pushed it a little too far. Oh, you know, we're mourning our loss after that. Ну, блин, ё-моё, ну вот здесь уже ты мог трубку кинуть и вперед. Ой, что ты несешь, грёбаный дурак? Ё-моё, народ, блин, уже отправлять надо, чё... Ой. Сколько людей участвует в драке? Они выиграли матч, зато мы подожгли им автобус. Отлично, блин, просто. Чё ты с ним базаришь, тупой ты оператор? Ты дурак или где? Не, ну просто, блин, фееричный оператор. Отправляй уже экипажи, дурак чертов. Okay, такой, блин, баклофен. Шизофазия. Поехали, поехали. Скорая, пожарная, туда давайте. Что там такое? А ты сюда, что здесь? Симптомы инсульта. Так, что здесь такое? Пропажа ребенка? Направлю туда вертушки. Обе. Две вертушки должны быстро закончить. Что здесь у нас? Ранение острым предметом. Сильная кровопотеря. Бегом, 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 бегом. Выдвигайся, тупой ты, блин, не знаю где. Всех уволю к чертям, один останусь. Так, что у нас здесь? Ситуация разрешится. Под обстрелом уже подкрепление. Вам приехало уже подкрепление, к вам там приехала целая толпа народу. Уже стянулись. Хорошо. Так, давай, ты на подстраховке был, давай туда. Что у нас здесь происходит? Пострадавшие 2. Подозреваемый 6, возможно, вооружены. Снизу подтянем экипаж. Это должно уравнять шансы. Что опять? Служба безопасности, бла-бла-бла, с просьбой помочь обеспечить безопасность публичного выступления должна проверить ближайший район для предотвращения. Алло, что опять? Я занят. У меня рабочий день, идите нафиг, звоните в, не знаю, в полицию. Здесь это где? Где? Где ты, дурик? Что там? Все, понял. Внутри кто-нибудь есть? Включите пожарную сигнализацию, эвакуируйтесь. Бабах! Нет? Проверьте газоснабжение.
Нет бабаха. Ну ладно, тогда проверяй. Что значит возможно? Включите газ. Только где-нибудь вне здания. Ты ему скажи, что вне здания, чтобы он в здание не лез искать этот самый кран в здании. Окей? Ты его вне здания закрой, хорошо? Мозгов хватит? Спасибо. Так, пожарные выехали. Что здесь? Человек упал, получил перелом. Давай. Хорошо, полиционерия. Выдвигайтесь. Сюда выдвигайтесь. Вы в центр. Так, что у нас здесь, вертушка? На центр. Так, ты разобрался там или не разобрался? Не разобрался, блин. Ну что, отправим вертушку, она успеет. Так, дальше. Что у нас, где кто? Какое подкрепление? Что у вас там происходит? Они же оттуда уехали. Ну вот зачем вы тогда оттуда уехали, если там у вас... Ой, какие вы тупые. Я умный, вы тупые. Вы это понимаете? Ты приехал уже, нет? Быстрее давай, подтягивайся. Что здесь такое? Что это так? Что происходит? Так, injured on board. Хорошо, давай сюда. Ближайший экипаж, выдвигайтесь. Что там произошло? Ты странное поведение человека, возможно, требуется воспитание. Да, все, выезжайте туда. Один экипаж будет достаточно. Дальше. Страдавший в больнице. Хорошо. Подтянись сюда, возможно. Он уже забился ранеными. Давай тоже туда подтягивайся. Что, кто? Алло, что надо? Кого? Чего вы мне трезвоните? Я работаю. Ты заколебал ты меня со своим животом, ты мне каждую смену звонишь, может, ты нахер пойдешь? Подтянитесь сюда. Так, что вы ели? Водку жрал? Обратитесь к врачу. You should go see your doctor as soon as possible. 911 is for emergencies. I hope you understand that. So I can't send an ambulance in this kind of case. Могу я отправить? I knew I could go to the doctor before I called you. Thanks for nothing. Так пошел бы к доктору, дурик. Что здесь? Подозреваемый один. Разбирайтесь. В принципе, наоборот, надо было этого сюда. А, блин! Время. Давай. Сюда, ты туда. Что здесь такое? Что это такое? Такое что, кто, где? Какой бэкап? Здесь эти дебилы не могут разгрестись, блин, бэкап. Где я тебе высру бэкап? Так, здесь нормально все. Так что здесь-то? А, это этот, короче, звоните. Дай твою-то мать. Съезди туда. У меня не хватает людей, ребят, не хватает. Реквестинг уже все в порядке, едет к вам. Вся полиция застряла где-то в жопе. Какой транспорт? У вас не забиты еще эти самые же. Куда вам еще транспорт-то? Обрушение моста, выдвигаемся. Хорошо. Давай. Вам подкрепление уже подъезжает. Нормально все у вас должно быть. Так, дальше. Сместись в центр. Так. Вот сюда надо еще успеть, но ты хрен ты с ними успеешь. Они там полтора часа сидят, сопли жуют. Давай, подъезжай. Забирай этих самых. Алло, что опять? Кто? Где? Чего? Адрес. Понятно, что украли. My axe. I've been working for so long to get it. Sir, were you assaulted? Какой топор, что ты несешь? It's a shameless theft. The deal was, I drop the axe and he drops gold, but that bastard just picked the axe, didn't pay and ran away. Да ты что, в игру играешь, тварь, блин? Он в игру играет, падла. Его на трейде обдурили, блин. Его на трейде обдурили. Это в Mu Online была такая фигня. Он играл в компьютерную игру, дурак чертов. Блин, вот урод. Он мое время тратит. Пошел бы ты знаешь куда. Все, я тебя сейчас в полицию отправлю. Не экстренная ситуация, дурак чертов.
Иди в полицию, пиши заявление, там мошенничество, все дела, пускай разбираются. Да мне насрать, я тебе не помощник, блин. Would it help if I sent the police over? Not really. So there's nothing. Такой, блин, не, ну такая гнида, просто, блин, время мое жжет. Ах ты сволочь. Давай, удачи. Закиляй его нафиг. Так, этот выдвинулся. А, что у нас? Перехватывайте. А, подтянитесь сюда. А, подтягивайтесь сюда же. Распределяться уже начинаете потихоньку куда-нибудь. Так, наверх ситуацию. Сюда в эту ситуацию машина нужна. Ты подкатывайся. Что здесь у нас? Большой пожар. Хорошо. Работайте, 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 работайте. Пока все нормально. Все держим. Все пока под контролем. Так, что у нас здесь? Нужны медики. Ну, медики. Давайте, подтягивайтесь. Быстрее. И идите со своим этим самым сюда. Что ты встал? Вперед. Слепой, что ли? Что у нас здесь? Большой пожар. Хорошо, выдвигайтесь. Выдвигайся. Закончили? Хорошо. В центр. В центр. Мне здесь машины. Что, там все еще нужны медики? Ё-моё, сколько же там медиков-то? Фу, сколько же там пострадавших-то? Там их просто дохренища. Так, одна машина. Перехватывай. Одна... Так, распределяемся стандартно. Быстрее, быстрее. По местам, по местам, по местам. Одна машина сюда. Ты скатайся к этому дебильному геймеру, посмотри, чтобы он там не натворил какой-нибудь фигни. А то они иногда самоубиваются. Что за звуки? Какие именно звуки и какой адрес? Что происходит? Опять дедуля помер? Кто там живет? Дед старый? Такое часто случается. I hear the parents fight all the time. I don't want to be cruel, but I don't want to call that family pathological. Так, вот это уже интереснее, чем просто шум за дверью. Хорошо, отправляем тогда полицию, заодно, может быть, скорую подкинуть. Детей пусть проверят. Адрес. Бруклин Бридж. Хорошо, отправлю. I'll send the police to check on it. Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Выдвигайтесь. И на всякий случай вы тоже туда же выдвигаетесь. Так. Один сюда. Так, что у нас еще по ситуациям? Пока у нас все, совсем справляемся. Стягивайтесь больше сюда. На центр. И кто-нибудь сюда тогда, наверное, да? Пострадавший в больнице? Хорошо. Что у вас здесь? Работают. Нормально все, хорошо, разберутся. Так, ты сюда подтягивайся, мы уже здесь формируем группу, опять же. Группу контроля вот этой зоны. Что у нас здесь? Отлично. Подтягивайте сюда, если успеете. Они там тушат... А, не, вы не успеете. А что вы там вдвоем... А, вы там вдвоем и торчите. Ну и все, здесь закончили тоже. Отлично, отлично проведена смена. Давайте смотреть, что у нас там. ДТП решено. Карманник решено, решено, решено. Есть у нас какие-нибудь тут просеры? Решено. Ноль. Громкая вечеринка. Получила штраф, бла-бла-бла. Подозреваемый получил штраф, штраф, штраф. Ситуация, бла-бла-бла. Сердечный приступ. Здесь что? Кража топора. Звонивший сообщил, бла-бла-бла, получил, доложил, что никакой необходимости вмешательства не было. Ситуация успешно разрешена. Не, ну, окей, ну вы здесь цепляетесь просто. Я же... Вот, смотрите, в чем косяк. Полицейских туда отправлять не надо было, да, потому что это кража в игре, он должен идти в полицию, писать заявление о... этом самом, как его звать-то, там, мошенничество это считается, да, я так понимаю, получение чужой собственности путем обмана, как там, блин, формулировка была в законодательстве, я точно не вспомню сейчас, да, но примерно так она звучит, что путем обмана человек получает чужую собственность.
Это мошенничество. Да, это может быть их преступление, но полицию туда отправлять не надо. Полицию я отправил не потому, что у него топор украли, а потому, что он сказал, я его найду, я его убью, он там напсихованный весь, понимаете? И нужно этого человечка проверить. Как минимум данные его записать, кто он такой. Может, он там сейчас бесится, с ружьем в руках выбежал из дома или еще что-то. То есть, штраф я вообще не знаю зачем. Зачем ему штраф катили, я не знаю, но задача моя сейчас была отправить машину, чтобы посмотрели, в порядке он там все или не в порядке. Потому что он там орет, я сейчас там пойду, его сам завалю. То есть, ну вот здесь мне это засчитали как косяк. А в чем косяк, непонятно. Нормально же, правильно, так надо было делать. Так, остальное у нас решено. Первую помощь. Пожар потушен, разрешено. Склад наркодилеров, превышение скорости, горящий дом, проезд на красный. Кража топора, шумные соседи. Что у нас по шумным соседям-то? Пьяный мужчина получил первую помощь, абонент был проверен, испуганный ребенок получил первую помощь, Ну вот правильно, то есть да, дети могли пострадать уже в этот момент, поэтому нужно было сразу отправлять и скорую, и полицию. Нормально? По-моему, разобрались качественно. У меня трое ратинг. Да. Смен 2. Вам доступен следующий город. Дожмите ОК, чтобы продолжить. Ну ОК. Давайте ОК. Продолжите. Бостон. А что это звездочка такая тут? А где объяснение звездочки? Город, расположенный в Массачусетсе, на восточном побережье, был основан в 1630 году и является одним из самых старых городов в США. Он стал свидетелем множества вех в американской борьбе за независимость. Бостонское чаепитие, битва за Банкер-Хилл, осада Бостона. Когда-то он был портовым городом, а сейчас превратился в финансовый центр и научную столицу с приоритетом развития информационных технологий. Ежегодно в Бостоне совершается 21 тысяча преступлений. Приблизительно 25% населения Бостона составляют афроамериканцы. Это вот это вот, вот это вы как-то это что ли связываете между собой? Вы в курсе там про повесточку, да? Нет? Там Black Lives Matter, все дела, нет? Нет, ничего, ни о чем не говорит. Ладно, давайте начнем. Непонятно, почему звездочка. В чем фишка звездочки? Опять какой-нибудь там у них фестиваль, какой-нибудь хренью заниматься будут или что там за где? Первая помощь, сильное кровотечение. Так. У нас есть две драндулетки. 20 тысяч. Вот я в прошлый раз заработал много денег. Почему мне их с собой не дали? Почему? Что? Кто? Где? Чего? А? Я опять должен сейчас с 20 тысячами начинать, которые я ничего даже не куплю. Ух, нифига себе. Тюремный транспорт. Предназначен для перевозки большого количества преступников или подозреваемых. Да ёпонский ты бог. Бесполезная телега достаточно. Так, ну здесь стандартно. Недокомплект. Давайте доукомплектуем тогда. Все-таки здесь надо бойцов больше. Так, бронежилеты драндулетчикам отдавать. Они первыми прискачут. У них первых начнут стрелять. Так, а вы у нас четверо, да? Давайте два винтовки вам выдадим для усиления. И вы будете всех валить. А тебе дадим дробовик, чтобы был. И пистоль. И вот так. И нормально. Сотрудников у меня один медик. Нормально, тоже хорошо. Прям зашибись. И один пожарный, да? И пожарных там по два человека на машину. Ёпонский бог. Преступления у них совершаются до хрена. Значит, надо много-много полиции, я так понимаю, да? Раз, два, три. Так, раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Экипажи у меня медицинских. Раз, два, три, четыре пожарных, шесть медицинских. А сколько у меня этих самых? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. Значит, что-то можно продать. Вопрос, что?
Ну-ка. Наверное, вот этот он бесполезный. Он все равно бесполезный, он маленький. 40 тысяч. Отлично. И теперь на эти 40 тысяч можно закупиться. Снаряжение. 5 жилетов. Вот так вот. Теперь надо сотрудников взять. Сколько мне надо медиков? 1, 2, 3, 4. 4 медика мне нужны. Сотрудники. Медики есть? 4 медика имеются у вас в наличии? У них имеется только 2. А вот еще медик. 3. А 4-й не завалялся нигде? Да ладно. У вас нафиг. Так, усиливаем экипажи. Ибо дабы, чтобы они быстрее работали. Так, что у нас по сотрудникам? Спасателям, пожарным. И раз, и два, и три. И все равно у меня недокомплект. Недокомплект. Юсуф Денис. Прикольный мужик. Ладно. Ну, давайте тогда снаряжение смотреть. 40 тысяч есть. 10 аптечек возьмем. Вот так прям. По 2 на экипаж. Наверное, да? Сначала по одной. Эй! Ты что отказываешься? Типа ты без аптечки работать хорошо можешь? Не можешь, не верю. Тупишь. Бери. Дают, бери. Бьют, беги. Старинная поговорка. Вам сразу вторую, потому что вы первыми можете прилететь. Вы быстрые, резкие, как понос. Поэтому вот так. У меня осталось всего 10 тысяч. Тысяч. Я могу купить 1, 2, 3 набора. Мне даже на каждый экипаж здесь не хватит. Как-то вот так. Так, техника. Но это я тоже как бы не смогу сейчас усилить. Может тогда его продать. Но 4 это будет мало, наверное. Ладно, посмотрим. Пока не будем продавать, на первой смене посмотрим, как она вообще тут работает. Ой, только не говорите, что у вас фестиваль. Вот не говорите, что... А, нет, все нормально. Я уж испугался. Что мы имеем? Мы имеем квадрат какой-то, типа. Или тоже вытянутый прямоугольник. Так, сразу стягиваем в центр все, что быстрое. У нас 2 драндулетки. А где вертушка медицинская? А, я ее уже подтянул. Я не подтянул эту. Так. Хорошо. Наверх. Сюда. Одна пожарная машина здесь. Одна пожарная машина здесь. Одна здесь. Она пусть здесь остается. Сюда оттянись немножко, чтобы я видел. Так. Один экипаж мне нужен здесь. И один где-то здесь, этот вот. Возить может много, но бесполезно какая-то хрень. Я не знаю, зачем она нужна. Окей. Работаем. Что там у вас такое? Человек накачался наркотиками. Добейте его и хрен с ним. 911, what's your emergency? Алло! Кому? Кто? Где? Вы о чем? Где вы? Адрес тупой ты, блин, нечто. Бла-бла-бла. А, кто это? Что она делала? Бабушка. Окей, к вам едут. Препараты? Does she take any medication? Does she have any chronic illnesses? I don't... Well, wait. I found some drugs in her purse. What should I give her? Чего? Дождитесь скорую. It's on the way. Okay. Дождитесь-ка вы скорую. Bye. Что здесь у нас? 4, возможно, вооружены. И драндулетку еще вдогонку отправим. Один человек, похожий
на известного террориста. Подозреваемых 4. Что там у нас? Выдвигайтесь, драндулет. Туда давайте, 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 давайте. Так. Скорые. Скорые в пути. Что там такое? Подозреваемые 4? Да блин. Вечеринка стала шумной, ладно. Давай туда же. Подтягивайтесь. Страдавший в больнице. Хорошо, оттягивайся сюда. Что у вас там? Что происходит? Подозреваемый 1, зафиксирован проезд на красный свет. Вы серьезно, что ли? 911 должен реагировать на проезд на красный свет? Это шутка дурацкая. Обнаружено. Ладно, давай ты. А здесь что? Угнана машина. Господи, что у вас там творится? Так. Что у нас дальше? Оплата штрафа. Хорошо, оттягивайся сюда. Так, вы закончили там? Так, эти вроде их зажимают. Что здесь такое? Похитил ребенка, удерживается против своей воли. Хорошо. Плохо, конечно, но я понял, я принял. Давай. Обе вертушки стягиваем сюда. Так, ты. Что стоишь-то? Подъезжай. Они повторные рейсы сами не умеют делать в то же место, если они не смогли всех увезти. Что там? Давайте. Работайте, работайте. Преступники в тюрьме. Так, ты стягивайся ниже, ниже, ниже. Что опять? Что, что, кто, где? Я работаю, вы мешаете. Кто-то? Где? Бла-бла-бла. Кто? Бывает. Вы умеете плавать? No. Ах ты тварь! Ты специально говоришь. Оставайтесь на берегу. Keep the person in your sight. Wait for the fire and ambulance to get there, okay? What? You're supposed to just stand here and watch somebody. Если ты полезешь в воду, ты утонешь вместе с ним. Найдите спасателей. Try to find a lifeguard. Okay, hang on a sec. No, there aren't any lifeguards around. Действуйте на берегу. You can do a lot without going in the water. Just imagine a straight line that runs between the drowning person and the beach, and then mark it on the sand. Во-во. Try to remember how far it is from the shore. В воду ему лезть нельзя, потому что он плавать не умеет. Этот дурак, если полезет, будет у нас двое утонувших. Что у нас здесь? Возможно, вооруженный. Вас двое, справитесь. Тем более бронежилеты я кому-то покупал. Драндулетки к центру стянулись. Так, что у нас здесь? Был сломан дорожный знак. Окей, выдвигайтесь. Пожарные и эти самые спасатели и скорые подъезжают. Что у нас здесь? Подозреваемый один, возможно, вооружен. Давай. Бам-бам, есть. Приехали. Сломанный дорожный знак, хорошо. То есть плохо, но в принципе нормально. Так, что у нас здесь? Закончили, давайте сюда. Так, что у нас тут? Вы разбираетесь уже? Есть, разрулили, хорошо. Возвращаемся в больницу с тем. Справились, хорошо, сюда. Что у нас здесь? 4 подозреваемых, возможно, даже вооружены. Драндулетку на помощь отправим, пускай разбираются. Так, там тоже закончили, хорошо. Что здесь у нас такое? Подозреваемый один. Припаркована машина, тролливали. Давайте, разбирайтесь. Так, два экипажа. Один полицейский, один пожарный выдвинулись. Они должны этим заняться дальше. Что у нас здесь? Нужны медики, да? Что тут такое? Решение скорости. Драндулетка, иди лови.
За превышение скорости не сажают, они, по идее, должны выписать штраф, так что им там места для перевозки не требуются. Обнаружено избиение. Кого? Полицейские кого-то избили? Блин, уволю всех сволочей. Что у нас тут? Снял одежду и ходит по городу голым. Так там, наверное, медики нужны. Эксгибиционизм. Я понимаю, но там займутся другие. Выловить этого самого. Что у нас здесь? Район без электричества? Давай. И ты на помощь, чтобы им помочь. В чем там дело, выяснить. Так. Здесь у нас все. Хорошо. Отработали. Так, что у нас тут? Большой пожар? Пострадавший один. Хорошо, выдвигаемся туда. Пожарный экипаж выдвинулся. А скорая выдвинулась. Все. Работаем. Что еще у нас тут? Полицейский транспорт? Ну вот вам транспорт. Этот у вас увезет все, что надо. Но пока он до вас доедет, вы состаритесь. А здесь что такое? Подозреваемые три. Давай. И ты, если что, поддержишь. Так, здесь уже подъезжают. Что у нас тут? Давай, 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 ищите, ищите, ищите быстрее. Так, что у нас здесь? Техработы. Есть пострадавшие. Давайте туда. Ой, блин, что так долго-то? Пожар в доме. Что у нас здесь? Сердечный приступ. Ближайшая машина где у нас? Вот она. Что здесь? Подозреваемый один. Ближайший на перехват. Но на всякий случай драндулетки, будьте наготове. Понадобитесь. Так, здесь закончили. Хорошо. Так, стягивайся к центру, можешь понадобиться. Что у нас здесь? Один, возможно, вооружены. Драндулетка вперед. Ты на всякий случай подстраховываешь драндулетку. Мало ли, вдруг там чокнутый. Карманник? Что-то мне сразу вспомнилось этот полисимулятор, патрул офисерс. Там эти карманники тоже бесятся. Так, автомобиль едет против движения. Драндулетка вперед. У нас происшествие. Что? Кто? Какое происшествие? Где вы? This is dispatch. What happened, 258? I shot a man. Send an ambulance to... Так. Подстрелил человека. Как это произошло? Exactly, в принципе, надо скоро отправить. Что это такое у нас? Ну и нахрена ты в него стрелял? Он дышит. No, ты дурак или лечишься, блин? Давайте. Ты что, дурак, блин? Окажите первую помощь. Ты дурак, блин? Давай, блин. Делай что-нибудь. Может, мужик живой еще. Давай, 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 давай. Окей. Скоро. Так кого ты подстрелил-то? Danny Rond. At least that's what the driver's license I found. Кто такой Дэнни Ронд? Young, black, average height, no distinguishing features. He was trying to steal a car. Ужас. Вы уверены? Sure, he was trying to steal a car. He was trying to jimmy the lock. Earlier, I'd received a call about a theft in the area, and he started to run when he saw me, so he couldn't have been innocent. Ты вообще зачем мне звонишь, мужик? Ты Williams, you need to calm down.
Tell me, what happened next? He was trying to jimmy the car. I told him to put his hands on his head and step away from the vehicle. No. He looked at me and took off. Then I saw him reach inside his jacket. А нахрен ты ему в башку-то стрелял? So I fired a shot. Someone quick. Экипаж уже будет. Что они сходятся? За руку эту тему, посмотрел, он и побежал, полез в куртку. Не сходится. Да. No, что ты несешь? At one point he stopped and turned my way. Оружие. 258, did you locate a gun on the suspect? No. Ну все, вешайся. Полиция All скоро right, будет. I've got an ambulance on the way and I'm sending your sergeant to your location. I don't need backup. I just need an ambulance to issue a death certificate. Все. Полиция едет за вами. Да-да-да. Тебе кирдык. Тем более все уже приехали. Уже приехали, чувак. Чувак, успокойся. Ждите. Давай-давай. Они уже приехали, кстати. Ах ты сволочь! Взял, подстрелил человека. Вот нехороший мразотный какой чел. Чё там у нас? Темнокожий мужчина. Офицер Уильямс. Давайте, давайте, давайте. Усё! Вот так вот. Так, есть какие-то минуса сразу. Надо изучить, где я накосячил, если есть минуса. Так, минусов вроде нет. Огнестрельное ранение. Разрешено плюс 10. Так. Офицер полиции подстрелил темнокожего мужчину, подозревая в попытке кражи автомобиля. Ранение оказалось смертельным. Офицер полиции ошибочно предположил, что у преступника было оружие. Темнокожий мужчина погибло. Офицер Уильямс проверено. Ситуация разрешена. Червонец дали. Круто. Громкая вечеринка, штрафы, сломанный знак. В общем, все в плюс, все хорошо решилось. У нас два полицейских ранено и один пожарный. Ну что, как-то вот так. Такой вот у нас Бостон. По большей части у нас как бы преступность идет, так что, наверное, в следующий раз нужно будет задействовать и эту полицейскую машинку. Я сейчас пальцем ее показываю, просто не видите, вот я ее курсором покажу, да, вот она. Ее тоже надо будет, наверное, задействовать. Сейчас мы на эти деньги уже сможем укомплектовать еще один экипаж, ну и доукомплектуемся, наверное. Хотя я не знаю, сколько тут сотрудников будет. Может, их не хватит. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Блин, ё-моё, вполне... Вполне укомплектуемся. Укомплектуемся и будем дальше бороться за порядок в городе Бостон. Ибо нефиг. Такая вот смена. Все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Прописывайтесь на канале. Проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег. И всем пока.